самая, я думаю, нетипичная игра это противостояние, где играли всегда Газпром и Тюмень, Тюмень-Газпром. Игра, ну, активная всегда, моменты есть. А эта игра, она как-то странная, мало моментов обе команды. Первый тайм мы выбрали тактика такое, что от обороны играть, но когда у нас мяч подорожит, мяч и побольше атаковать, но мы плохо атаковали. Второй тайм мы уже перестали играть со столбов, играли, но более активно прессинговали и пытались более с мячом играть, и было какие-то маленькие преимущества, но мы играли, ну, не могу сказать, что плохо играли, но это то, что играли, недостаточно для победы. Но тоже здесь результат в Тюмени играть, очков взять, это могу сказать, что не все придут сюда и забирать очки у соперника, у хозяев. Поэтому я думаю, что ничего страшного, нам куда расти. И сейчас делаем вывод, будем посмотреть, будем анализировать, будем работать и дальше идти.